Привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, мы продолжаем играть в игру «Спасти девушку». Ух ты! Что-то же женщина лежит, умирает. Ей нужны таблетки, либо кардиостимулятор. Ну, давай попробуем кардиостимулятор. А, нет, она сгорела. Она... Электричество закончилось, и она сгорела. Ладно. Конечно же, давайте ей дадим витамины. На, бабушка, витаминчики, покушай. О, хорошо и стало. И она убежала. Ой, а это мусор, фу, переграждает дорогу, что же делать? Ну давайте это все спылесосим. О, получается, отлично. Мусор спылесосили, а тут бомба лежит. Что делать, бомба? Ребята, либо в сейф, либо ножницы. Ну, ножницы типа перережь провод, мы не знаем, какой перерезать. Давай поставим в сейф. Все, и пускай он там взрывается. О, все, он там взорвался в сейфе. И ничего страшного не произошло. Да. А так бы мы неправильно какой-нибудь проводочек бы отрезали, и все. 50 монеток за... Спасибо. Так, дальше. О, сидят, что они смотрят? Добро пожаловать в состязание. У твоего противника есть 3 шанса. Я могу это сделать. А что делать? А, ты проиграешь. Готовы? А, это какой-то ток-шоу. Первый вопрос. Что это такое? А, ну это, мне кажется, банановая кожура или осьминог. Вот это интересно. Я думаю, ребят, это банановая кожура. А, ну правильно? Осьминог? Да, это она говорит осьминог. А ответом будет точно банановая кожура, ребятушки. И мы проходим эту серию. А, соседку ударила током. Приближаюсь к победу. Победим. Ага. Следующий вопрос. Что это такое? Это микрофон, ребята. Это микрофон. Микрофон, игрушечный солдатик. Нет, микрофон, конечно. Это микрофон. Какой же это игрушечный солдатик? Она говорит, игрушечный солдатик. Нет, это не микрофон, конечно же. А-а-а, прикинь. Игрушечный солдатик ударила током. Офигеть, а было похоже очень на микрофон. Очень похоже было. Тоже знал, что это игрушечный солдатик. Ну ладно, давайте еще переиграем. Добро пожаловать на состязание. У твоего противника есть 3 шанса. А в смысле 3 шанса? Мы же... почему после первой неудачи мы выбыли из игры? Что это такое? Очень похоже на осьминог, но это банановая кожура. И это правильный ответ. Банановая кожура. Конечно. Да, теперь током соседку стукнем. Вот, маленькая ошибка, говорит. Приближаемся к победе. А потом к следующему вопросу. Что это такое? Я вот сразу почему-то посчитал, что это микрофон. Нет, это игрушечный солдатик. Так, а собеседник скажет мороженое. Представляешь, говорит, мороженое. Тут даже такого ответа не было мороженого. Давай, вот, электричеством ее щелкнуло. Я не могу проиграть, я собираюсь выиграть. Тебе везет. А, что это такое? Похоже на арбуз. Арбуз, почему-то я сразу подумал. Ну, стопудово это не арбуз. Это транспортир. Да. Потому что, вот, кажется, арбуз, а тут будет что-то другое. Я думаю, что это не может быть арбузом. Да, это транспортир, ты понял? Угу. Видишь, как игра поставили на логику. Я-то думал, точно арбуз? Нет. Так, давайте, 56 уровень. Проходим. А, опять у нас конкурсы, смотри. Добро пожаловать на представление. Хорошо. Посмотри на первую картинку и отгадай, что это? Полумесяц, либо банан. Ну, это, наверное, банан, ребята. Конечно же, какой это полумесяц? Банан. Это серп луны. Ответом будет... Серп луны. Я проиграл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А был похож на банан. Ладно, давайте еще раз пройдем. Посмотрим. Вот нифига себе состязание. У них между ног будет падать пол. Да, значит? Это говорит банан. Ответом будет... Серп луны, мы выиграли, выиграли. Ура!
Дядька проиграл. Так, тетечка какая-то подошла. Давайте посмотрим следующую картинку. А что это такое? Это, ребята, наверное, бургер. Это гамбургер. И, а, ты говоришь, барабан? Нет. Ответом будет гамбургер. Барабан? Да как так барабан-то? Не похоже было же. Ребята, нас специально так делают, чтобы мы думали одно, а оно совершенно другое. Представляешь? Теперь последнее будет. Я вот последнее буду, если что-то думать, сразу придет мне в голову. Я это буду менять на другое. Ответ — это у нас серп луны. Да. Второе — это у нас будет ответ — барабан. Не, да, это барабан. Нарисовали так специально, что это гамбургер. Нифига не, не гамбургер. А барабан. Вот так. Все. Так, это что? А, это из первой серии, чувак. Бандит. Что изображено? Бабочка или заколочка? Так, если я выберу бабочку, это будет, на самом деле, это будет галстук бабочка. Вот сейчас я точно выиграю. Ответом будет галстук бабочка, да, видишь. А хотел я просто бабочку выбрать, ну, так бы, конечно, проиграли бы. Но я знаю, что нужно нелогично отвечать. А на новое состязание приглашаем вас. Помните, отгадать нужно все три раза. Так, это гриб. Вот такой гриб. Конечно, я его увидел. Да, гриб. Следующий вопрос. Так, это что такое? Да, это лимон, ребята. Это самый настоящий лимон. Точно. Это лимон, без сомнения. Следующий вопрос. Ага, запомнил? А, запомнил. Вот эти, конечно, чупа-чупсы, ребята. Это чупа-чупсики были. Это леденцы. Мы выиграли. Мы выиграли, ребята. Мы ни разу не ответили неправильно. Вот это мне нравится уже. Вот это прям хорошо. А то тогда все время проигрывал. Так, следующая викторина. Там дядька подошел. Так, иди сюда, реши задачу. Почувствуй скорость. Ух ты. Вижу. А, нифига себе. Ну давай вот этот выберем. Есть. Два листа, ребята. Надо вообще запоминать, что там будет. Ага, вижу. Это вот, конечно же, там помидорчик. Помидор, я считаю, я сам предпочитаю кушать помидоры. Так, я уже запомнил. Это вот эта штучка. Бабочка. Да, это розовый галстук бабочка. И мы выигрываем с вами на изи. На изи мы прошли этот уровень. Вообще, лайк, обязательно поставь лайк, потому что я отгадываю уже второй раз подряд игрушку. Викторину эту. Так, что, где мы ходим? А какую дорогу мне выбрать? А, Б. Ой, я фиг его знает. Ну, давай посмотрим. А, например. Так. Идем. Да, это А. Б никак не может быть. Да, А буква. Я выбираю букву А. Сейчас проверим. Да, все верно. Я прошла через лабиринт. Отлично. А что интересно, если было бы Б? Боксирующий кенгуру, что делать? Давай тоже боксироваться. На тебе. Тыщ, уфига, удар какой. Да, с кенгуру, ребятушки, конечно же, сражаться очень даже таки сложно. Потому что они могут тебя накостылять конкретно, причем. Они очень сильные животные. А если мы выберем Б? Интересно, как мы... Куда мы пойдем, интересно? Тут, короче, ловушка стояла. Понятно. Ага. А у нас тут два задания, только смотри. Выбираем, конечно же, ответ. Правильный. Так, идем. Все. Прошли через лабиринт. А здесь мы, ребята, используем штангу. Я не знаю, что это будет.
А, она накачалась, стала сильной. Морячком попаем и шлепнула кенгурушку. Кенгурушка у нас убежала, улетела. Так, дальше. 60 уровень, ребята, давайте посмотрим, что у нас в 60 уровне ждет. Так, по два задания у нас. Какую дорогу мне выбрать? А или Б? Давайте посмотрим. Буква Б, например. Так. Да, это Б. Потому что А, она запутанная. Да, Б. Выбираем рисуночек. Б, буковка. Да в смысле? В смысле Б? Надо было А нажимать. Еще раз. Что-то я не так посмотрел, что ли? Подожди. Почему я Б выбрал? А, смотри, идет А. Подожди. Ну давай А. Странно. Как-то она неправильно пошла здесь. Эти знаки более трудные, чем лабиринт. Ну давай используем карту. Угу. О, ё-моё, а чё ж ты так упала? Ладно. Я ещё, кстати, посмотрим, как она там будет проходить под буковкой А. Я ещё раз проверю, прям сейчас буду смотреть. Ну вот, смотри, буква А, да? Идёт. Вот здесь она идёт сюда. Смотри, как хитро сделано. Все понятно. Но а нарисовано-то по-другому немножко. Так, лабиринтный... Ну, давай телефон возьмем. Я воспользуюсь телефоном, чтобы определить направление. Да. А если интернета будет, а не было? Хорошо, проходим. Прошли. Получили какое-то платье. Так, это нам не надо дальше. Давайте скин поменяем, у нас же денег много. Купим ей платьишко. Вот такое вот. О, красиво, я думаю. Так, ну, больше денег нету, поэтому пусть пока в таком ходит. А, подожди, можно туфельки купить и новые. Какие-нибудь. Ну, за 200 у нас больше денег нету просто. Ну, так как там ее нарядили, ребятушки. Так что, если тебе нравится видео, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Ну, до новых встреч, всем пока-пока.